В Урае на улице Ивана Шестакова столкнулись три автомобиля. Виновник аварии надеялся проскочить перед водителем, имеющим преимущество движения, но не успел. Водитель 1945 года рождения управлял автомобилем Kia Rio на нерегулируемом перекрестке. При повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся встречного движения прямо Шкода Фабия, в результате чего прошло столкновение. От удара по инерции автомобиль Шкода Фабия откинул на транспортное средство, уезжающее с второстепенной дороги на Lexus, в результате чего прошло ДТП с тремя участниками дорожного движения. Виновник аварии привлечен к административной ответственности. По словам полицейских, подобные происшествия часто происходят из-за невнимательности водителей и неверной оценки текущей ситуации. Госавтоинспекторы напоминают, что правила необходимо соблюдать всем участникам дорожного движения. В городе более 20 тысяч автовладельцев, и каждый несет ответственность за безопасность маневров на дорогах. Попрошу водителей соблюдать правила дорожного движения, так как управляют источником опасного риска. Впереди у нас ожидаются сильные дожди, поэтому прошу вас быть особенно внимательным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. С начала года в Урае зарегистрировано 149 ДТП, из них 12 с пострадавшими. Специалисты отмечают рост происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.